Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о сетевой миниатюрной купольной камере от компании 3S N9073. Эта камера оснащена CMOS-матрицей размерами 1 к 3 и имеет разрешение 2 мегапикселя, что позволяет ей получать разрешение 1600 на 1200 пикселей, снимая 15 кадров в секунду, или же разрешение 720p, снимая 30 кадров в секунду. Имеется варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 10 мм и диафрагмой 1.6. Два кодека H264 и MGPEG плюс возможность двухпотокового режима. Также эта камера оснащена функцией 3D шумоподавления, интеллектуальная видеоаналитика, присутствует поддержка microSD-карт. Питание осуществляется по PoE. Имеется трехосевая конструкция для потолочного монтажа. В комплект поставки входит диск с программным обеспечением, инструкции по установке и эксплуатации, крепление и отвертка-ключ, также сама камера 3S N9073. Спасибо за внимание.